99. Ну, еще чуть-чуть. 100. Катька, ну ты крутая. Ты хоть понимаешь, сколько отжиманий ты сделала? Но мы же не будем останавливаться на достигнутом. Нам надо постепенно увеличивать нагрузки. Завтра не с 98 начну считать, а со 102. Давайте сейчас послушаем, о чем шепчутся девочки на перемене. Катька, ты такая крутая. Давай всегда будем с тобой дружить. Было бы против кого. А вы слышали? Ну, Оксанка, любитель спортом, так воспользовалась своими новыми духами, что учительница химии подумала то, что это химическая реакция, и эвакуировала класс. Так что не удивляйтесь, если у вас тоже произойдет неплановая эвакуация. О, а я вот свободно говорю на русском, английском, французском. Ну и на других уроках тоже. Девочки, вы представляете? Родители моей подруги пообещали подарить ей новый iPad, если она перейдет из 6 класса в 7. А мне пообещали дать по шее, если я не стану отличницей. Английского языка. Здравствуйте. Орлова, do you speak English? Чего? Орлова получает 2. Садись. Зубрила, do you speak English? Чего? Зубрила получает 2. Синица, do you speak English? Е-е, my teacher, I am very good speak English. Чего? Зубрил, как можно было забыть правило, которое мы зубрим уже целую неделю? Мой отдел мозга, в котором хранилась эта информация, неожиданно заснул. Лёва, почему на моих уроках ты такой сонный? А
Этого мне просто талант дремлет. И вновь продолжается боль. И сердцу тревожно в груди. Учитель, возьми болиду. Ведь пятый урок впереди. На уроке русского языка. Давайте послушаем, о чем шепчутся девочки на перемене. Мы в школе замечаем много чего интересного. Мы в школе проводим почти половину суток. Замечаем много чего интересного. Да, например, школа – это место, где учителя требуют знаний по всем предметам, в то время как сами знают только по одному. Ага! Добрая половина учителей ставит замечания в дневник, а злая еще и родителей в школу вызывает. Ну да. Вот родители нас чему учили? Ходить и говорить. А учителя требуют, чтобы сидели и молчали. Но мы не можем сидеть и молчать. Мы взрывные, как динамиты. Поэтому на уроках нас постоянно мучает бессонница. А ты чего так вырядился? Ну вы уж совсем не заметили, что на пороге уже Новый год, а значит, новый взрыв хорошего настроения. Хочу Дедушку Мороза, а лучше двух, шуток будет больше. Давай напишем объявление. Требуются молодые, симпатичные Деды Морозы. Чтоб с модной стрижкой, ну хотя бы один дед. Да, шубивали. Почему? Джинсы, футболки, кедом. А что? И с мешком с плечами. Мусорщик какой-то. С рюкзаком. Кто? Дед Мороз. Давайте их позовем. Дедуленьки. Мы два брата молодые. Два Морозу дали. Я Мороз, красный нос. Я Мороз, современный, по кличке Синий Нос. С Новым годом, ребята, я вас поздравляю. Ярких солнечных дней вам Морозы желаю. Пусть удачу и радость с собой принесет этот праздник зимы, наступающий год. А еще вам желаю, чтобы все получалось, чтобы двоек и троек у вас не случалось, чтобы родители подписи ставили дневник и офигенно встречали. Ты гений, старик! А я вам желаю, чтобы мама с работы придя, сей же час за компьютер сажала бы вас,
чтоб Макдональдс и вы ежедневно питались, ну а с чипсами просто не расставались. Чтоб каникулы ваши 6 месяцев длились, остальные 6, чтоб вообще не учились. Чтоб слова эти долго звучали победно. С Новым годом, ребята! Мечтать же не вредно. Игра КВН подходит к концу. И вот что получается. Поскольку Новый год, подарки полагаются. Замучили, у нас столько уроков. Ну, мальчики образ это, да, поддерживали, девочки-то динамит, а мальчики такие уроки, все сбитые.
а потом началась двойка, у вас забил, хотел как-нибудь подать. Но у вас очень остроумная, очень содержательная песня, то есть опять же вот динамит действительно, это был динамит. Поэтому, ребят, большое спасибо, вы нам доставили действительно совершенно искреннее удовольствие. Простите, но лучшую команду вы бы не смогли. Вы действительно, на самом деле, все лучшие. Молодцы. Нам сказали до этого. Ну вот, мне даже по оценкам не получилось. Я поставила, например, четверку, а потом, ну, немножечко так динамично стали, да, что шесть пятерку поставили. У меня даже вот по оценке получилось, что все равные баллы. Покажите все. Молодец. Жюри, проверено. Вы умнички, просто замечательные. Спасибо, жюри, за то, что они провели. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. От уроков, от преподавателей, от плохих оценок на самом деле выспаться, отдохнуть и с хорошим настроением прийти уже в новом календарном году. Товарищи родители, вас, господа родители, вас я тоже от всей души поздравляю. Желаю, ну отдохнуть, наверное, в каникулы не получится, но во всяком случае провести вот так, как вы можете.